Приветствую вас, дамы и господа. Это хайлайты матча Extreme Gaming против Gladiator. Матч Best of 3, матч за выход в полуфинал против коллектива Тундры. Ну и посмотрим, будет ли у нас европейская дота опять в финальных матчах, или все-таки одна команда из Китая туда залетит. Команда Gladiator смогла с турнира выбить Falcon. Falcon заняли впервые низкое место на турнире. Посмотрим, смогут ли Gladiator повторять свои достижения былых лет, скажем так, когда они были с дурачо, смогут ли они снова выходить в гранд-финалы. Так, ну что, кто на ком играет? Лоу катает у нас на Урсе 53 ранг, XM катает на Сенкинге 8 ранга, Нио на Прямом Бесте 10 ранга, Пиво на Муэрте 27 и Полса на Пугне 138. Ватта на Тепларке 77 ранга, Селлари на Энчантрес 350, Эйс у нас 626 на ТБ, Топу на Магнусе суппорте. Кстати, Магнус может быть через тот самый талант, точнее аспект. 118 и Квин на инвокере. Знаете, в чем прикол? Когда я записываю матчи, регулярно есть зритель, который пишет комментарий, что Темпларка не выигрывает. И Темпларка в драфте у Гладиаторов. Поэтому есть уже как бы намек на то, что Гладиатор проиграет первую карту. Ну посмотрим, может быть сейчас Темпларка выиграет. Так, по поводу Магнуса, мне интересно. Не, РП стягивает. Короче, был один раз Магнус суппорт, который брал себе аспект на РП, которая отталкивала. Было прикольно, но всего один раз мы такое с вами видели. Так, пока команда тут у нас потихоньку стоит в своей линии, пока у нас нет фрагов, в центре битва XM против Квина. Квин играет на своем коронном инвокере. По поводу First Blood, где он предвидится, пока, в принципе, у нас герои не просаживаются по хп. А по поводу драфта, опять-таки, драфт в целом у команды Extreme интересный, рабочий. С Урсой играет нечасто, но Урсал тут у нас крайне опытный. Так, Магнус больно, Магнус ФБ, и да, ФБ зарабатывает полосом. Найс получается, ну, здорово, классно, приятно. Короче, по поводу Урсы, посмотрим, как сыграют, в принципе... Опять-таки, Темпларка вот. Темпларка не выигрывает пока по статистике. Ну, скажем честно, весьма пассивное начало. Всего два фрага лупанули за 9 минут матча. Разгоняется на Селлари. Пошла кровяная гранатка. Накидывает демжа пиво. Пытается прострелить здесь козочку. Коза у нас страдает. Подкоп пошел. Долго живет Селлари. Но, тем не менее, падает. Это минус уже третий герой у команды Гладиатор. Долбят. Долбят нормально Ватсона. Есть сверху еще и рикошет. Эффект страха полетел. Наминает пока там Ватсон Нио. Но Нио там так легко не пробить. Бодиблок по Квину. Полосон нагло играет. Но там есть рядышком дофу для подсейва. И 3-0. Вроде бы 3-0. Тавр демонтирует в центре. И игроки команды Гладиатор смещаются на Пив. Пив пытается бежать. У него там очень мало маны, поэтому шансов какие-то кнопки нажать у него маловато. Маны сильно не хватает на прожатие кнопочек. Смещается под линию. Там еще и Сын Кинг. У Сын Кинга блиндагер вообще имеется. Не, пока блинка у него нет. Пробивает все еще Муэрту. Муэрта падает. И второй фраг себе забирают Гладиаторы. Ну, в целом приятно. Они ломают тавр в центре, они убивают героя. Они еще и фармят чуть колесо, а там даже были стаки. Хотя, возможно, эти стаки сделал Селлари. Так, под пуш верхней линии. Пошла реализация у нас пока что Enchantress. Долбят в это время козу. Козу долбят нормально. Смещается пив. Нужен рикошет. И в целом прострел пошел. Даже без рикошета пробивает Enchantress. Долго он живет. Кстати, смещается дофу. Атака Инча живая. Инча уже почти фуловая. Пробивает Нью. Есть торнадо в погоне за оппонентом. Поднимает прям кончиком здесь Primal Beast'а. Подкатывает Магнус. И толпой пытается убить Нью. Нью плотный, но его должны сломать. И все, 3-3. Парни с Command Gladiator сравнивают счет. Напоминаю, опять-таки, что у нас сегодня играются 30 числа, последний день осени, завтра уже зима. Так вот, 30-го играются очень классные матчи, пока падает Нио. Будет матч по Revision против команды Bad Boom и команда-победитель этого матча против Тундры. Матчи за выход в гранд-финал. Гранд-финал будет завтра, зимой, получается. Подкоп пошел, минус Квин, Зелла тем временем и накидывает демонжа на топу. Топу тут неприятно, подгрызает Вурса, отгрызает жепу Магнусу. Мохнатая жопа упала. 5-5. Так, и снова батл. У нас примерно в той же точке. Трэп взрывается пока в сторону Тофу. В сторону пива. Пиво повезли, пиво увезли. Тофу неплохо тут сыграл на скьювере. Ну и пошла реализация блиндагера. Ну, найс, нормалин. Тофу опять ищет фраги. У него имеется РП, поэтому было бы неплохо тут его кого-то заэрпировать, кого-то стянуть, кого-то подвести и развалить кабинеты. К примеру, на псиблэйд темпларке поймать было бы классно. РП под бум, хорош! Подкатывает как надо здесь Тофу. И дабл кил зарабатывает Эйс. Нормально, боевой ТБ получается у нас на экране. А что по шмоткам у ТБ? Ну, в целом, стандарт, пайпуха плюс фармиция манту. Трэпа взрывается прямо под пугной. Там были у нас звуки дабл дэмэджа. Вроде как для темпларки забрали руну. И для кого? Точно слышал звуки. Но пофиг, падает пугна, в принципе. Дальше нет продолжения. Уже 3К перефарма у команды Гладиатор. График потихоньку показывает то, что они в этом матче будут играть первым номером. Но Урса был с Аегисом, хотя опять-таки Урса его скоро теряет. Да, ДДшка у Темпларки.
Драка около ванпоста, точнее около Турментера. Долбить пытается Казу, но недолго ее долбили. Пробивает Нью, Нью крайне неприятно. Работает колснэп, хп-шка активизированно, падает Полсон. Оу, ничего, зарабатывает себе тем временем Ватсон. Саундтрек ушел на разведку, влетает Сэнкинг, и хорошо влетает Сэнкинг, и Урсат сверху прыгает сальтуху. Это минус два героя у Гладиатор, и они слишком сильно борзо сыграли, они слишком задавили, провожают Эйса. Есть РП, но РП не спасет, это минус еще РП, это еще минус ТБ, это звездец, что вы делаете? Минус 4, куда вы дайвите? Зачем? Ой, телепорт сбивает по Ватсону. Это фиаско, братан, это фиаско, братан. Минус 5 героев у команды Гладиатор, они просто слили все то, что так хорошо делали в этом матче. Они просто за один файт все просрали. Да, досадно получается. Кстати говоря, команда Extreme. Extreme это даже, ну, по результатам ESL была не самая сильная команда Китая. Потому что они катали катку против команды Гаозу, там, где Амы катает. И там они проиграли финал Best of 5 3-2. Поэтому вот Extreme как бы это, ну, типа, сражаются за вот первое место против команды Амы, скажем так. Ломает Пугну, Пугна не насосал, помер и хрен с ним. Ни у телепортации, блинкаута, турсы, Лоу отступает прочь, и вроде бы все остальные выживают здесь, хотя телепортация пошла, долгая телепортация, но не заметили Урсу. Аегис, у темпларочки, если что, в этот раз уже бонусы с Рошана добирают себе парни с мода Гладиатор, а Рошан был номер 2, Баш работает пока по Эйсу, Эйс свапается, отбирает КПшку Урсу, РП, кстати, хорошая, качественная от топ, Урса, аж на телепортацию, сбит КПшку пока нечем, но можно убить Сэн Кинга, тоже будет неплохо, да, конечно, убить Урсу было бы круче, но, ну, точнее, и Урсу убить было бы круче, но и так сойдет. На базу набрасываются гладиаторы. Есть, опять-таки, едет, полетел Магнус. Кьювер, хорош! Поймал топу. Ну, классно играть на Магнусе. Вот на суппортика прям можно брать, как мы видим. Ну что, неужели темпларка может выиграть доту? 4-1-8, пока у нее все хорошо, все качественно. По поводу, кстати, Рошана бонусов, там есть баннер. А баннер даже не поставили для пуша линии. Решили, что и без баннера справляется. Правда, немного крипы у нас померли, поэтому чуть-чуть бэкдор поработал. Но, тем не менее, они сломали полноценно линию. Найс. Ну и по верхней линии решили пройтись игроки команды. Гладиатор начинает этот тавр пушировать, откидывает рикошет по темпларочке. Темпларочке крайне неприятно, есть по ней парочку плюханцы. Пытается у нас темпларка жить-выживать, подкоп пошел, залетает в это время раскастовочка. И Эксэм неплохо потрусил земелью тут. Блинкаут от Ватсона, поближе к своей команде. Прыгает Магнус, РП по двум героям. Ну хорошо, а будем бить вообще сегодня или нет? Не, РП чисто дал, чтобы отойти. Ну так уходите, если вы РП даете не для атаки. Трэпа пошла у нас для замедления тех, кто будет провожать. Разгоняется Primal Beast, максимально борзый врыв и прям влетает в толпу, но протаранивает одного. Раскачивает Нью, подкоп по двум героям хороший от Сэнкинга, дебаф пошел сверху еще и веслом. И это будет минус у нас по Селлери. До свидулити мы ему сообщаем. И там накидывает дэмэджа еще и на ТБ, 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 пизда. Сломали его там, это минус два героя команды Гладиатор, не успели убежать. Кстати, два вейла у нас, ну точнее, две шивы себе планируют купить парни с команды Extreme. Уже первая шива есть у Primal Beast, вторая шива скоро будет у нас у Сэнкинга. Пока что у него есть только вейл, а не, уже есть у него шива. Повезли, подвезли у нас здесь немножко Магнусом героя, но не пробили пив, пив у нас живет, и он без маны, но живой. А вот Магнус без хп, и он мертвый. Как мы видим, пока вот так все. Так, перемещение пойдет на Инчу. Инча даже как-то и ухом привела, что тут как бы проблемы возникают. Ее тут натрусили, кстати, ультимативная даже тратится, чтобы убить Инчантрес, но в принципе с нее выбивает гем. Кстати, как же много фарма делает пив в этом матче. 0-3-12, нифига себе. Нормально так пивка бахнул. Еще и инвиз купил себе. Вопрос, нужен ли ему Сильверейдж? Так, на мече это драка около Рошана, пока там палит в лесу топку, который пытался поймать кого-то на РП, на какой-то время, на какой-то скьювер, но там просто изничтожает Магнуса, как же быстро он сдох, это досадно, потому что он без байбека, и его РП крайне важно для команды. Так, ну что, попытка драться теперь в меньшинстве, происходит тут команда Гладиатор, подкоп пошел, поймали Эйса, прыгает Урса, Урса делает очень больно, цап-царапы там прям такие бодрячком залетают. Ватсон отбивает дэмэдж на Нил, но понимает, что пора делать блинкаут, отошел, поменял позицию, пока у нас опять-таки позиционка нарушена у команды Гладиатор, и пока ситуация у команды Экстрим с позиции силы. Они готовы нападать, да у них кнопки есть как раз-таки все, а без РП опять-таки тяжеловато команде Гладиатор. Так, трэпы ставятся. Урса, торнадо поймал. Шива пошла, под топотом героем. Праймал бит туда же залетает. Вторая шива полетела. Хорошо. Нужно наяривать дэмэджа плотничком.
По команде Гладиатор наконец-то оживает Магнус. Форстаф на какраунд 20, но у вас на проблемы. Его там калашматят, но благо там какие-то башни срабатывают. Ай, хороший рикошет, ни хрена там простреливает парнишу на Муэрте. И затоптали Ватсона. Темпларка минус, аудич на экране. Это смерть уже какая для Темпларочки, по-моему, вторая. Да, так и есть. 2-4-8 у Темплар Ассасин. Есть санстрайк на прожарку пива, но пиво не зажарили. Пиво живет. Да, ситуация сильно ухудшается для команды Гладиатор. Ну, Темпларка, походу, реально в доту не выигрывает. 24к перефарма у коллектива Экстрим. РПшка потрачена. Потрачена она не очень качественно, скажем честно. Ну и пошла погоня у нас пока что то в одну, то в другую сторону. Пока на возвышенности находятся у нас Гладиаторы. Поэтому у них есть небольшое преимущество. Но тут поймали Магнуса и вдолбили его в землю. Рикошет, подкоп. Ой, хорош, подкоп и шива. И все в толпу вылетает от команды Экстрима. Не распиливают Гладиаторов направо и налево. Минус H, Оунич на экране. Этого тоже. Ватсон, до свидулити. Опять помирает Темпларка. В этой катуле третья смерть. И это Ильтостан, конечно. 30 тысяч перефарма за китайцами после этой драки. Бля, а что делать? Не знаю, не знаю. Все крайне плохо. Ну что, по линии? По нижней заползают парни с команды Экстрим. У них есть Аеги. 40 тысяч перефарма за ними же. Есть настрел у нас по Темпларке. Она падает, падает байбеком. Четвертая смерть была. Пятая, походу, тоже будет, если будет выкупаться. Натруживает дэмэджа XM, натруживает Квина. Как же неприятно делает Сэн Кинг. Там, конечно, пульсация. Немножко аж у меня глаза заболели от такой пульсации, от такой анимации. Так, ну что, мегасы у нас сейчас будут готовы. Да, мегасы уже почти готовы. Барак добивает Урсевич, и все. Мега-крипы выдвигаться будут совсем скоро в сторону базы команды Гладиатор. Ну что, неужели будет снова деф против мегасов? У нас уже были такие матчи, есть такие хайлайты на канале, которые были тоже по этой части сетки. Но камбэкать будет тяжеловато. Хотя Магнус, камбэк, геймченч имеется. Урсан рычит, готов залетать снова на базу к оппоненту. Получит колдснэп и емпэхи все в лицо. Кстати, Урсан, по сути, 9 слотов имеет сейчас. Учитывая, как бы, аганим, это уже 10 слотов. И учитывая, там еще лесную шмотку, это уже 11 слотов. Ну, короче, запакованный Урсевич у нас получился. Прям есть все, что надо. Ну, разве что. Хотя что ему еще надо? Да ни хрена. Провалов второго есть, рефреш есть. А, ну и Писаблейд еще можно добрать себе, чего нет. У него пока просто обычный башер. Так, ну что, у нас начинается вакханалия под трона. Пошел подкоп. Задевает героев команды Гладиатор. Избивает Эйса. Эйс у нас Сандра. Было бы неплохо Сандра нажать. Руса душит на фонтан. Полетел у нас очень далеко, глубоко лоу. Прям максимально бешеный медведь. Ну, это слишком борзо. Хотя у него есть Аегис, он наживает рефреш. У него снова есть засейв, у него снова есть подцель. Да ладно, не доводит его до фонтана. И не получается Урсу там оставить в невыгодной позиции. Напиливает дэмэджа плотничком. Санстрайк полетел, но промахивается Квин. К сожалению, Урса только сейчас теряет Аегис. Подкоп под двум героям. И туда же эпицентр. И туда же топтать. Начинает на трампле. Нью. Это минус по Квину без байбека. Байбеки смотрим, это важно. Байбеком только один у Темпларки остается. Она выкупается. И unbelievable происходит на мониторе. Китайцы изничтожают Гладиатор. Хотя все было же хорошо у Гладиаторов. Они даже сломали нижнюю линию команде Экстрим. Немного задержались неудачно они, когда пушили верхнюю линию, и вот к чему это привело. Темпларка не побеждает в доту. Да, все-таки это люди в комментариях, они как бы что-то шарят. Всегда что-то шарят. Ну что, 61 тысяча перефарма. Уже как бы некуда расти, казалось бы, но все еще ставят рекорды перефарма парни из команды Экстрим. Под трон отступают, даже за троном отступают игроки команды Гладиаторов. Нужно как-то найти позицию для РП. Нужно какой-то прям максимально гениальный РП нажимать. При этом там пока РП, к сожалению, суппортивная. Поэтому там рефрешами не пахнет. А рефреш был бы крайне хорош для того, чтобы пытаться на фонтан навести. Как помните, Магнус от коллапса увозил Тиника на фонтан, когда OG катали. Матч на вылет против Team Spirit, когда Spirit впервые стали чемпионами. Натрушивает там пока дэмэджа Сэн Кинг. Наваливает у нас там чуть-чуть ДПСа по Урсе. Но Урса это не сильно ощущает. Готов потрусить еще XM. Прыгает на фонтан. И просто туда залетает. Ультракилл на фонтане. О май гадабл. Но опять же дрэмпаджа. Ну что, первая карта за командой Extreme Gaming. Команда Гладиатор в шаге от вылета. Если они проиграют, то займут 5-6 место. И тогда у нас будет, получается, баланс. Хотя нет, у нас опять будет две команды Западной Европы. А, нет, стоп, нет, не так. То есть у нас будет такой баланс, что одна команда Западной Европы, одна команда Китая и две команды Восточной Европы будут играть матчи в топ-4. Вот так вот. Опять Восточная Европа доминирует. Это по Revision и BB, если что. Ну что, вторая карта сейчас будет. Ну все, нет права на ошибку команды Гладиатор, нужно брать победку для себя. Ну а парни из команды Экстрим решили, что Урса хороший герой и можно и повторять. Ну чего бы нет.
В целом, как бы хорошо смотрится. В принципе, ТБ как бы есть у команды Extreme, и дробка хороша против ТБ, но тут есть герои, которые могут к дробке добираться. Есть Хукшот, есть Урса с блинком, есть Квапа, который будет прыгать, поэтому дробку нужно будет плотно оборонять. Хотя тут есть медовый Фурион, и медовый Фурион выглядит весьма-весьма интересно. Короче, ждем хорошую катку. Очень классный пуш-потенциал у команды Гладиатор. Вверху, бласты полетели, так, есть хороший рикошет, эффект траха срабатывает на Полсона, и First Blood зарабатывает эйс, ФБ для гладиаторов, за здравие начинают, еще и неплохо так по ХП просаживают Урсевича. Валора просвечивает карту, есть информация для команды Гладиатор, за Тавр забегает Селлари, помчался на всех парах уничтожать Пукну и плевать ему на этот Незер Вард, разбивает Полсона, четвертый фраг для гладиаторов, отлично, здорово, приятно. Но, в принципе, как бы здорово, приятно было и на прошлой карте, они там тоже за здравие катали, и они как раз-таки первые, кто вышку спушил. Посмотрим, что будет сейчас. Глиф прожимается от команды Экстрим, они решили поддефать свой Тавр, но тут очень плотно хотят его поднапрячь гладиаторы. Снизу поджимают Ватсона. Хукшот не самый точный, но до Ватсона тут крадутся много героев. Так, рассказ минут Пэйн полетел у нас пока в замес, но прям совсем уж мимо залетает. Пытается Пив избежать из файт, бросает Фурион. Пив по-любому помрет, но нужно бы кого-то еще бахнуть. Желательно, но тут, к сожалению, все другие убежали. Что в центре Тофу против Пукны сражается. Там фрагов. Хотя, смотрите, есть воры Валоры. Хорошо был только что кастовый рикошет. Подкатывает молот в погоню за Полсона. Жмет с телепортация, но ТП есть чем сбить. И пригвоздили тут Полсона к земле. 6-1. Так, два героя в смоках около центра. Выход на XM. Есть Сайленс. Прорастает Фурион. Мультикаст. Нужно выдавать побольше станов и Сайленса, чтобы Квапа не успела прыгнуть. И хукшот на подсейв летает. Квапа живет. Квапа готова накричать на своих обидчиков. Пробивает героев команды Гладиатор. Пока у нас 7-1. Но Гладиаторы по ХП просаживаются. Минус раз. Минус два. Дабл Q дорабатывает Эйс. И Эйс отошел из файта все-таки. Наймайс. Наймайс. Что, блядь? Нормас. Так, Урса. Ну, Урса себя реализовал, потому что Урса — это герой, который изи убивает Рошана, и в этом матче это и происходит. Нападает в это время у нас на хайграунде. На верхней линии, прошу прощения. Нападает у нас пока на Полсона, это минус, но просто Пугну сломали, да и все. Ничего страшного. Снизу, эйс. Опасно перемещается, за ним могут и выйти, пока пробивает Пип, но тут у нас поинтереснее происходит ситуация, потому что это как бы троечка. Есть Сайленс на лицо, раз косточка пошла и выгребает Валора, мощные бедра ее не спасают. Кстати, на топе Пип так-то выживает, он, видимо, на хукшоте сбежал, да, так оно и есть. Ну, не сказать, что много экшена, вторая карта, он спокойно весьма играется, понимают парни из клан Гладиатор, что нет права на ошибку, нет нижней сетки, выбивается Аегис из Урсы, но нужно бить ее два раза. Так, смогут ли его пробить два раза, вот в чем вопрос. Есть рассказ минус Пейн, да, дважды падает на Урсевич, минус Лоу, кулак вверх очень борзо влетел в лицо и был наказан, минус два героя, 11-3. Но пока все очень неплохо складывается для клан Гладиатор, есть хороший потенциал на то, чтобы данную катку заканчивать, ну, успехом, на то, чтобы быстро пушить. Перемещение за Нью полетело тем временем, спруты полетели, хорошо, там есть топор, да, топор имеется, но подлетает дровка, потому что было два фростафа, только что, было два фростафа, кастовано, две пики, это минус, 13-3, но всего лишь 2к перефарма. Снизу, Тавр подпушивает Урсеви, запускается молот, попытаются Урсу тут каски поймать, а тот полетел, Урса ломает Тавр, но нажимает Enrage и пытается отойти. Есть по ней парочка прострелов, там Коги ставятся, чтобы не заходили на хайграунд гладиаторы. Гладиаторы хотят догонять оппонента, замедляют Полсона, МС много у игроков команды Экстрим, но все-таки простанивает тут Полсона, накрывают Пугну, подлетает Ровка на гостей, пробивает Пугну, да, это будет минус, и 14-й фраг готов. Блэкинбар в это время приобретает себе Queen of Pain. Драка около верхнего фонтана. Около верхнего пруда, точнее, лотоса. Хотя почему это пруд? Это же фонтан какой-то, это же не пруд нифига. Ладно, хрен с ним, так ломаю топу, топ упал. Просто у нас есть путаница, что как бы это похоже на фонтан. И фонтан на базе есть фонтан. Поэтому это пруд, по всей видимости. Ну что, намечается, замес глиномес у нас около Рошана. Рошан рычит, недовольно, что к нему пришли в гости. Запускает Огр свои мультикасты, подкатывает в это время Валора, но затыкает ее Сайленсом. Там БКБшки нет, поэт. А не Сатаник, кстати. Можно себе Сатаником снимать дебаф, пробивает дропку, дропку нужно спасать, дропку нужно выручать. Пив у нас тут агрессирует, но получает гаст и получает себе игнайты по лицу на пару с фаербластами. Дропка отстреливает пока свой мультишот, а там пробивает Валору. Валору сосут, но не дососали. Окей, пока потери небольшие, но файт будет продолжаться. Прыгает Урса, накрывает эйса. Эйс упал. Минус Валора. И дорого, кстати, стоило Валора. А там Рошан стоит все еще. И Рошана все еще могут убить Экстримы. И походу они его убьют.
Ну да, так оно и получилось. Казалось бы, по фрагам тут впереди у нас гладиаторы прям хорошо. И по фарму чуть-чуть были гладиаторы впереди, но с Рошаном они не совладали. Урса топ-1 по Нетфорсу и за Егисом. И там еще должен быть доп бонус с Рошана, там что-то еще шпадло. Да, там баннер хаски у нас у Пугны, но Пугна падает в таверну. 16-й фраг готов, но опять-таки фраги ничего не решают. Вылазка в смоках, нападает под Селери. Селери пытается бежать, Пукшот наметил себе на агрессию. Да, так оно и есть, минус топ, отлично получается шарахнуть этого парня. Запускается мультикаст, накидывает даже на пив. Пив пока у нас получил по щам. Подкатывает в замес лоу, выгрызает Селери. Очень больно Огр Маджаю. Огр Маджай будет умирать, он даже не запускает перед смертью свой стан. Рассказ Квин оф Пейн, и пока у нас неприятный файт для гладиаторов. Нужно к Оргерам отходить. Ну все, чухают, чухают свое, ощущают свое давление, свою силу парни с команды Экстримы. Нападают на Ватсона, у Ватсона трудности, нужно срочно давать пятку. Пятку он дает, пытается бежать, но тут избивает дрову, дрова падает. И, кстати, это какая смерть для дровы? Вторая смерть дровы уже в этой карте. Досадно, падает он с байбеком, команда пока без него пытается отбиваться, но там опять-таки имеется Аегис, поэтому нужно быть крайне осторожным команде Гладиатор. На форстапе залетает у нас Квин на базу, благо Урса его не убивает. Но тавр тут уже пушируют игроки команды Экстрим. Смок атака прям в центре. Ай, как неудачно. Как неудачно. Они стоят снизу еще вдвоем. Еще и под врыв. Фурион сразу же падает. Дровка добирается до возвышенности и пытается оттуда настрелять. Но туда напрыгивает Квин оф Пейн. Очень битый Клакверк. Клакверк упал от Игнайта. Пока один в один. Но разбивает Ватсона походу. Хотя Ватсон как лев сражается. Но да, сражался он эту драку. Он упал, упал с байбеком. Выкупаться, ну, в целом смысла нет. Команда уже получает по щам. И разваливают китайцы команду Гладиатор. Опять не повезло. Вот так вот, все было равно. Даже были... было преимущество клан Гладиатор. Тут как бы хоба-хоба. Фраги примерно сравнялись, но нетворсы прям полетели в космос. У команды Экстрим уже там 13 перефарма. Это до хрена. Клакверк активизирует свои прострелы, свои ракеты. Все-таки аганим на Клакверке — это очень классно. Это очень круто, это очень хорошо. Рассказ Квин оф Пейна так чисто проверить, чисто позонить. Прыгают на Квина, нападают прям бобрячком. Это будет минус лора, полетело, но уже не спасает тиммейта. Подсатывается Пугна и наливает полную хп в сторону ТБ. ТБ доволен, разбивает топу, топу падает, падает с байбеком. Выкупается Фарион, убивает Ватс на хукшот. Ну, очень плохая позиционка у команды Гладиатор. А максимально все плохо они тут сделали. И падает герой один за одним. И байбеки там тоже были потрачены. Потрачена команда Гладиатор в целом. Но в этом файте трипл килл для Урсы. И Фурион падает после байбека. Дровка у нас тоже байбекается. Ну, Габелла. Пуш совершают Экстримы. Возможно, это финальный пуш этого матча. Баннер стоит, и баннер неплохо бафает крипочков для подпуша нижней линии. Валора просвечивает карт. Ну, круто, есть информация, что противник находится возле их базы. Очень полезная инфа. Хотя бы убили баннер, хотя хорошо. Наспамливает по тавру бластами. Есть у нас фрейм дополнительный на дропку. Накрывается Ватсон. На Ватсону было больно. Догоном его прогрело и убило. Байбеков только один у команды Гладиатор, и любая смерть будет последняя в этом матче, кроме смерти Ока. И на фонтан, и ультракил. А Рэмпейдж! Ах ты, козел! Забрал рэмпашку. Опять нет рэмпейдж, это что ж такое? Вот я готов уже проорать рэмпейдж, но он не происходит. Ну что, команда Гладиатор вылетает с турнира, занимает 5-6 место. Ну, досадно, досадно, неприятно. То есть Гладиатор занимает место на уровне команды Героек. Команда Extreme Gaming сыграет матч сегодня, 30 числа, где-то ночью, против Тундры. Ну и получается второй полуфинал, это битва по Revision против Bad Boom. Гранд-финал завтра, зимой, завтра уже зима, молодые люди, подготовьтесь. Ну и поставьте лайк и напишите комментарий из 7 слов. Кто комментарий напишет, тому придет вот такая вот Queen of Pain и отшлепает вас вот таким хлыстом по сраке.